Добрый день. Вас как зовут? Меня Ольгой. Ольгой. Ольга живет в поселке Ясном. Только что мы видели, как очень близко она живет позициям вооруженных сил Украины, как проходит очень близко линия фронта. И у нее здесь все было разбито, здесь прилетел снаряд. Он, видите, как до сих пор она живет. Здесь невозможно из-за прямой видимости приехать службам, и она постоянно вот все течет. Ужасно прохладно в квартире, все сыро, и она здесь живет и болеет постоянно. Мы сегодня приехали вам с доброй вестью. Угу. Мы привезли вам помощь. Спасибо вот, видите, большое. Видите, у нас продуктовый набор. Спасибо. Здесь очень плохой свет. Это все было возможно. Не, неплохой. Не должен быть плохой. Все равно, это вот, чуть-чуть лучше. Благодаря одной норвежской группе помощь детям Украины под руководством замечательнейших людей из Норвегии. И сегодня... Благодаря пожертвованиям Ингрид Маргрета, благодаря, есть такая женщина норвежская, она очень переживает за стариков, за детей, за женщин, которые на Донбассе и которые остались вот, заложниками этой войны, мирные жители. И благодаря ее пожертвованиям приехали, проведали вас. Вот, привезли продукты. Спасибо большое. Да? Спасибо, Ингрид, спасибо, друзья наши норвежцы, за ваше внимание жителям. За заботу, да. За заботу. Спасибо огромное. Почему? Потому что вот мы можем даже еще сюда главное так дело, что женщина... пройти. Конечно. Здесь. Вот. Ой, там хорошо видно. Вот. Ну, туда, вон там стоят позиции. Ну, жалко, позиции. Вот ничего не показала. Ну, там я ничего. Вот видите, дорогие друзья, вот позиции украинских войск. Вот мешки, и это мы снимаем с квартиры последнего дома в поселке Ясно. То есть прямой видимости все.